Около полуночи пожарным пришлось в экстренном порядке выводить на улицу жильцов одноподъездного 10-этажного дома. Причиной массовой эвакуации стало возгорание в мусоропроводе. Отходы вспыхнули на уровне 2-го этажа, а вскоре пламя перекинулось и на деревянную обшивку. По доскам огонь пошел вниз, на 1-й этаж. Сильнейшее задымление помешало жильцам самостоятельно выбраться на свежий воздух. 25 человек спасатели вывели по подъездной лестнице в дыхательных масках. Остальные пережидали ЧП на балконах. В больницу с отравлением продуктами горения доставили 54-летнюю женщину. Наиболее вероятная причина ЧП – непотушенная сигарета, брошенная кем-то в мусороприемник. Местная жительница уверена, окурок бросил кто-то из посторонних. В подъезд с наступлением холодов стали наведываться любители выпить пиво в тепле. В том же доме расположен магазин разливных напитков. В 11 часов они закрываются. Вот тут, вот смотрю, пили пиво, вот, и курили. Вот тут вот это все загорелось. Вот оно. Пожар. С деревянной обшивки общедомового имущества огонь перекинулся на электропроводку. Многоквартирный дом пришлось обесточить полностью. Чтобы проветрить подъезд, пожарные разбили стекла новых пластиковых окон. Монтаж рам в подъезде еще не был окончен. Строители не успели установить ручки, поэтому открыть окна иным способом оказалось невозможно. С места происшествия Полина Храмцова, Евгения Куликова и Павел Рогатин.